Станичникам Гастегаевской повезло. Участковой больницей штат практически укомплектован. Однако День здоровья здесь пользуется небывалой популярностью. Есть возможность проверить состояние здоровья и получить консультации комплексно, без талонов и очередей. Доступность медицинской помощи, особенно у сельского населения, достаточно низкая. Вот, не можем охватить всех желающих и всех нуждающихся в медицинской помощи. Тем более 2015 год является год борьбы с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. И в связи с этим стараемся охватить медицинской помощью как можно больше населения. Тамара Кель пришла в поликлинику Планова к терапевту. О том, что здесь проходит День здоровья, узнала на месте и сразу решила пройти кардиолога, чтобы потом не ехать в город. Очень тяжело ехать в больницу. Там не пройдешь, очень большая. Всем, а здесь хорошо, очень почти не всегда. Также можно было пройти обследование сердца на кардиовизоре, сделать УЗИ сонных артерий, экспресс-анализ крови на содержание глюкозы и холестерина. Все консультации и услуги предоставлялись бесплатно. Большая очередь была к педиатру. Глава курорта Сергей Сергеев поддержал инициативу общественников о проведении в рамках Дней здоровья бесплатного медицинского обследования для детей и поручил городским службам продумать организацию этой работы. До конца года Дни здоровья пройдут в 7 сельских округах курорта. В субботу, 21 ноября, на День здоровья приглашает амбулатория села Цибана-Балка.